Будем боюшки. Чистую постельку постелила она тут, как тут. Красавица моя. Девочки и мальчики, всем привет. Время 6:54 утра. Я уже при параде собралась проверить мое здоровье. Сейчас дам кардиограмму и кровь. Посмотрю, что у меня там. Давно я уже не проверялась, уже, наверное, год прошел. В общем, сегодня сделаю кардиограмму. В прошлый раз она была не очень. Надеюсь, сейчас все нормально. Нарядилась в джинсы. Желтенький джемперок на мне. И черненькую курточку сейчас надену. И кроссовки. Все, вперед! Смотрите, какой здесь парк. Новый. Весны садили. Утки крякают. Ой-ой-ой. Эта уточка вон серенькая крякает. Чем-то недовольна. Прудик им сделали. Райончик хороший. Здесь от дороги далеко. Взлетка. Так, девочки, я на почту сейчас зашла. Мигом посылочку отправила народу. Нет, красота. И получила посылку из Нижнего Новгорода от Татьяны. Помните, я делала для нее переделки? Моя зрительница. Неожиданно. Танечка, огромное спасибо. В общем, сейчас приду, будем открывать. Ну что, девочки и мальчики, я дома. Сейчас посмотрим, что Танечка прислала. Забыла сейчас эту посылку в павильоне. Представляете, что я купила? Багет кукурузный и грудку куриную. Купила и пошла, мне в пакет положили, то есть я понимаю, что у меня пакет в руке и сумка у меня висит, все. И уже прошла, наверное, остановку. Думаю, ну, я зачем-то же сюда приходила, в этот район, на почту приходила. На почту не только отправила, но и получила, где посылка? И все, и бегу. Ну и там прихожу, смотрю на столе, куда я поставила, уже нет. Девочки, тут посылку, говорю, оставляла она. Не оставляли, а забыли. Я говорю, именно так. Забыла. Брали. Спасибо большое. Ну, не знаю, минут 10 прошло, пока я ходила. Никого на воду не было. Да, я думаю, никто бы ее и не взял. Но сам факт, что мне вернуться пришлось. Вот такая я Маша растеряша. Так, вот тут еще разрезать. Таня все заскочевала тут, все. Опачки, да опачки, Мартин. Мои любимые семечки, это как раз Мартин. Я только их покупаю. Теперь не надо покупать, теперь они у меня есть. Танечка, спасибо огромное. Вот именно такие с солью я и люблю. Вот так вот. Вот так вот. Вот это прямо угадала. Так, сколько тут всего? Как тут все она упаковала? Христос воскрес. Смотрите, как упаковала все в такие эти баночки, чтобы ничего не бренчало, не стучало. Шоколад. Опачки, ничего себе. Таня, спасибо большое. Смотрите, шоколадки. Всем моим девочкам, маме, Оле. Христос воскрес. Вот такие вот. Она отправляла эту посылочку к Пасхе. Но чуть-чуть не успела. Но и ничего. Шоколадочку к чаю, девочки. Четыре штуки. Четыре шоколадки. Вот. И изображение тут церковь.
С одной стороны такая, с другой стороны вот такая. Маме, Лизе, Оле и мне. 100%. Завтра дочь ко мне приедет. Девочки, сейчас я вам что-то покажу еще. Мерси. Вот такой еще шоколад. Он вкусный, кстати. Суперский шоколад. Такими маленькими долечками. Таня, вот что я люблю к чаю. Вот что я люблю к чаю. Для меня сейчас манго. Раньше инжир вкусный продавался. Сейчас он какой-то кисловатый. Но манго с чаем — это что-то. Прям чаю захотела. Так. Тут что-то тяжелое. Что это такое? Что это такое? Девочки, вот еще будем распаковывать два пакета. Какая-то посудка. 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 Я, знаете, что сейчас увидела? Я увидела на ней птичку. Девочки, смотрите. Яйца она еще купила. У меня в вазочке 7 штук. И вот еще. Посмотрите, какие деревянные красивые яйца. Вот что делает? Вот что она там бесится? С клубничками. Вот такая матрешка. И, девочки, посмотрите, какой салатник красивый. Девочки, смотрите, салатничек какой. Птички, виноград и внутри. Какой хорошенький. Какой хорошенький салатничек. Прелестный. Гладенький он такой прям внутри. И в него яйца сложили. Так. Девочки, а то, что в этом пакете мы с Таней договорились не показывать, вы уж извините. Почему? Потому что не все могут порадоваться искренне. Кто-то может позавидовать. Поэтому решили, что это останется в тайне. Танечка, спасибо огромное! Мама с Олей придут, обязательно с ними поделюсь. А сейчас будет у меня чаепитие. Танечка, спасибо огромное. Вот такая неожиданность. Потихохоньку отправила, и просто, когда Пасха уже прошла, она говорит: Лена, я отправила, но посылка где-то на подходе. Ну, такого я не ожидала. Семечки, мои любименькие. Девчонки, вот если не знаете, какие семечки покупать, покупайте марки, не ошибетесь. Прям вот замечательные. Ну и шоколад. Шоколадку я, конечно, сейчас точну. Мне же отправили. Вкусненько будет сейчас. Вот такая вкусненько. Девочки, смотрите. Ой, прям шоколадный такой аромат. Очень вкусный шоколад. Счастье есть. Пусть у всех будет счастье. Все, девочки, пока-пока. Танечка, спишемся. Спасибо огромное. Чё ты натворила? Ты жуча. Девчонки, вы меня предупреждали. Это что, дурь-то на нее напала такая? М? Это что, прям невозможная дурь? Аж вот тут у нее эти лохмотья. Ты что, девушка? Не знаю, что делать.
Она даже не понимает, что она неправильно сделала. Она даже не боится. Она даже показывает, какая она добытчица. Ты что сделала, а? Ты что сделала? Нельзя, нельзя. Лиса, это нельзя. Хорошо не разбилась. Вот ты жуча. Нельзя. Понимаешь? Машет еще лапкой мне тут. Замолчи, да? Нельзя. Это делать нельзя. Трогать цветы нельзя. Понимаешь, нет? Ты понимаешь или не понимаешь? Замолчи, да? Бешенство напало. Ужас, глаза безумные. Зверь. Ой-ой-ой-ой-ой. Вцепилась. Попу поднимает. Ты чё? А? Ой, да ты ж тигр. Иди воды попей. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, у нас Лютик так не лютовал. Вот что делать. Угу. Коробочка от посылки. Забеспокоила ее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-ка, а то нажрешься. Пластика, не дай бог. Блин, скажи, о чем мне твой верх? Мне что верх, что низ. Еще и лучше подскочить-то могу хоть куда. Бешено. Бешено, девочка. Лапы уже помыла в чашке, только свежей воды налила. Баловная какая девочка.